Боевые учения, блядь, страйкболистов. Выехали поиграться. А мне больно просто попадает по ебальнику. Это у нас Игнат, наш этот комбо-террорист, блядь, босс. Нас атакует. Я репортер, я репортер! Смотрим. Парни бегают. Пресса, пресса, пресса! Закончился второй раунд, и мы второй раунд сосем. Тактика, смотри. Я тебя попал? Тактика, блин. Тактика, блин. Зачем ты пришел в морскую пехоту? Ты чмо? Упор. Рядовой куча. Леша, вылазь. Ты не пригодился. Мы такие. Он же убил, по-моему, Диму. Вот реально, типа, в таких играх, ну, типа, снайпер, блядь, ну. Все знают, где он сидит, и туда просто никто не идет. Да я тоже, я думал, у него добивает винтовка, вообще пиздец, блядь. А просто не сходя такая. Ну, так бы тебя убило бы, нахуй, он баллончик пробивает, блядь. Я и туда, блядь, боялся всегда ходить. А справа, хоть постреляй сейчас. Так потом... Идем на мертвяк, перезаряжаться. А? Самое прикольное, что я его палю, а у меня пульки реально вот еле долетают до тебя. Я так танковал, я, короче, волку плюс, и просто Антон, магазин меня, поодиночке минут три. Да. А там реально у тебя над каской такой, ты высунулся, так по воздуху пострелял, я прикрыл, он опять та-та-та-та-та-та. Я уже в конце такой, уже по-болгарски такой, я не знаю. Да, я начинаю тебя просто над каской, тюнь-тюнь. И я типа реально, типа, я в тебя не попадаю, меня аж псих берет. Я такой, Диме, беги его, убивай, пока Леша не резнулся. А он такой, знаешь, грустный подходит, у меня патронов нет. Я такой, блядь. Вот в таких моментах реально нужна вторичка. Когда тебе качают патрон, ты просто берешь пистолет и бежишь, чтобы убить, блядь. Игнат ползет, короче, да. А я через кусты стреляю. А этот, да? Ты такой говорит, иди там, чисто. Я только сам делал, и Игнат сидит в засаде. Пум! Охуенно, блядь, наводчик, блядь, ёбаный. Ну, типа, я сидел, никого нету, типа, иди посмотри. А он это свинья, блядь, любит, блядь, в засаде посидеть. Игнат, я вижу, вот шар, да, вот. Заявись. На красивого вас размотали вот здесь. Тут да, потому что никто не прикрывает. Игнат умер, а Дима пошел. А меня нет. Я выхожу, я его показываю, говорю, там идут. Я на самом деле, что, типа, думал, что меня на подавление прикроют. Я слышу, там идут двое, короче, друг друга. Заебись, да. Мы порешали, так сказать. Я выложу, Игнат меня рашит, я такой. А я просто, типа, за ним тоже, блядь. Блядь. Ебать, у меня очки нахуй запотели, нехуй пить перед работой, блядь. Дима! Нормально. Смотри. Ну, шишечка, блядь. Шишечка. А? Это ты его сюда попал? Или это был ты? Кто-то там был там. А, я вышел. О, ебать, их дохуя, блядь. Блядь, я стоял реально долго, нахуй, ждал, ну Якуба хотя бы убил, блядь. Не, ну, все равно, самый эпичный момент, это, блядь, со мной, блядь. Вам просто вывести их сюда, я бы перестрелял. Я пытался, меня зажали в этот окоп, и все, минут три меня поливали. А просто... На самом деле, Леша, все знают, что там тусуешься, просто к себе никто не идет. Я перебежал в другую сторону. Да, там, где меня как раз они так же не могли, блядь. Поэтому весело, блядь. Ладно, пойду я тоже еще шариков отсыплю, блядь. А что мы? Мы? Да вы уже два раза. Давай я за них перейду. Серия на два? Да. Мне пока рука это и вот здесь. Такое прям болючее, прям противное. Болючее. Хули ты, блядь?